Мы уже почти приехали в Картанику. Я боюсь этих людей в черном. Не надо о них говорить. На нее пялился. Да не пялился я. Командующий Плюре назван главным виновником катастрофы. Главнокомандующий Плюре назван главным виновником катастрофы в Альтисии и приговорен к казни. Лорд Раунсок Плюре занял верховный пост в имперской армии после беспорядков из-за провала мирных переговоров. Главной задачей верховного главнокомандующего было восстановление стабильности в Люцисе. Однако его кампания против Идреи завершилась неудачей и привела к колоссальным потерям для империи и для окружающего региона. В связи с гневом матери Волн, властями Аккорда был объявлен режим чрезвычайного положения. От имени всей нации я хотела бы выразить безмерную радость по поводу того, что король Ноктис выжил. Гигантские волны, прокатившиеся по Альтисии, привели к колоссальным разрушениям. Для восстановления города понадобится время. Вместе с тем урон, нанесенный нашей прекрасной столице, был бы гораздо сильнее, если бы не помощь короля и оракула. Первый секретарь Клаустра заверила, что власти продолжат поиски леди Лунафрейи, чье местонахождение неизвестно. Главнокомандующий Плюре назван главным виновником катастрофы в Альтисии и приговорен... Леди Лунафрейи? Где? Это плохо. Все было... Где-то здесь должна быть усыпальница. Yeah.